что значение российского президента как сильной влиятельной фигуры – это, так сказать, польза для всей страны в любой ситуации, потому что хватит нас пугать. Был период, когда даже в период Ельцина, когда, так сказать, нам угрожали или что-то такое, говорили, мы вам не дадим этих денег, если вы там делаете то или это, или пятое, десятое. А, так сказать, при мощном влиятельном политике сегодняшняя экономика очень сильно влияет на мировую экономику российскую, и деваться некуда, поэтому надо уважать и побаиваться. Ибо Путин из категории людей, который может где-то и оказаться очень жестким и четким. И я не вижу в этом ничего плохого. Я за свою страну крепкую, сильную и надежную.